Все это время надо мной, черной тенью, висел Рорк. Мы уничтожили платформу, отвели весь флот, затопили эсминец, и все это время меня волновало только одно. Где Рорк? Здесь, впереди, ждет. Он был настолько хорош, призрак. Но что с ним случилось? На этом заводе было нечто важное. Федерация изо всех сил скрывала это от нас. И мы чуть было не выяснили, что это. Конечная станция. К вам приближаются два объекта. Прикольно. Опа. Уничтожен. Приближаемся ко входу А. Оп. Скаркроу, видим завод. Прием. Входите в черную зону. Понял. Подходим ко входу. Куда? Ясно. Мы готовы у входа Б. Ясно, выходим. Перестроиться. 50 метров. Все видим. Направляемся к пункту сбора. Стоять, там враг. Он ваш. Только тихо. Наш? Мой. Мой? Ждем сигнала. Ну да. Шевелись. Кик, твоя группа займется периметром охраны. Ничто и никто не пройдет. И никто не выходит. Остальные мы обходим слева и двигаем в черную зону. Видела, как он из-под вагона выкатился? Я не успеваю, ты вертишься, я думаю, там что-то есть, начинаю вглядываться, ты хоп, разворачиваешься в другую сторону. А, то есть от тебя ждут сигнала. Все чисто, я справа. Прикольно, я даже не успел по второму прыгнуть. У двери. Прикольному сделать, а получилось. Эрик, следите за следующей зоной. Большая группа целей, преимущества нет. Создадим преимущество сами. Да мы сами одно большое преимущество. Несколько путей. Разделиться. Все прочесать. Пошли. Но они же не в курсе, что у вас есть непредсказуемый логан. Так, эти двое туда, я, наверное, туда. Типа я, что ли? Мы с логаном разберемся справа. Да легко, пошли. Мажес, подожди, пока он не подойдет. Че это такое? Взять его. Раздел сейчас. Он тут был не один. Справа чисто. Справа чисто? Типа да. Отработали. Спецназ. С модулями. Понять с модулями. Кик, мы у южной двери в хранилище. Оно огромное. Не знаю, что внутри, но явно что-то важное. В черной зоне камер нет. Внутри вы будете сами по себе, запуская процедуру перехвата управления. Заходим.
группа целей. Огонь! Вносим элемент неожиданности. Ругаются. Да. Ау! Какую я панику у них навел? Ты видела гранатами несколькими? На вражеской частоте переговоров нет, похоже, все чисто. Ясно, Кик. Скайркроу, мы в черной зоне. Похоже, здесь компоненты ракет. Понял, продолжайте. О, хорошо. Полный боекомплект. Дверь с пневмозатвором. Похоже, мы на месте. Кик? Вас понял. Есть. Черт. Похоже, на спутник какой-то. Голова. Скайркроу, мы нашли. Похоже на космическое оружие. Вас понял. Установите связь для видимости. Логан, подключи камеру. Кэш, ты тоже. Кикан, открывай главный тепловой щит. Вас понял, Скайркроу. Отправляйте данные. Дайте взглянуть на главный блок. Ниже. Вот так, именно. Это генетическая система доставки жезлов. Контейнеры с лицензией. Но эти поменьше. Их намного больше. Определенно основаны на нашей технологии, Вуди. Надо узнать, сколько уже построено. Молодцы, парни. Отличная находка. Арклайд, все подразделение на боевой вылет. Работаем на поражение. Сбрасывайте все. Шевелись. Вас понял, Скайркроу. Дженезис подтвержден. Расстояние 80 километров. 6 минут. Работаем на поражение. Арклайд 1-1-1-2-1-3. Цель Ромео и Бёрдхаус. Арклайд 2-1-2-2-2-3. Цель Купер, Дикси и Танго. Групповое бомбометание. Полное покрытие. Мэрик, ищите любые данные, которые позволят нам получить более полную картину об их разработках. К вам направляется целое авиаподразделение, чтобы уничтожить комплекс. Понял вас. Их, как слышишь, Арклайд на подходе. Скоро от этого завода ничего не останется. Понял. Нам бы еще отсюда слинять, вот нормально. Быстрее ищите данные, надо уходить. Похоже на данные для производства. Спутник с номером 24. Сколько же их всего? Здесь зашифрованы данные. Похоже, пробные запуски, даты, прогнозы. Я не понимаю. Внимание, зафиксирована активность. Сильная, берите данные и убирайтесь оттуда живо! Ух ты. Дайте пострелять. А, прячься. Упал. Да где я? Я там тоже чего-то покидал. 4. Ух ты! Там живой, по-моему, остался. Ага. Ого, там слева. Опа. Еще трое уничтожены! А, у него там стекляшка какая-то непробиваемая. По коленке! Коленка у него прикрыта. Ой, ау. Ну шо ж ты подлез-то? Опа! Опс. Выключай. И у меня. Ух ты! Гранату! О! По-моему, я на нее наоборот добежал. Вообще, да, было очень похоже. Было не больно. Ух ты! Да чтоб вас, блин! Глушилка!
Паразиты. Да сволочи. Стреляют тут. И у меня. Плечо ему, в плечо. Есть. Не пойму. Вроде живой. Бегают там такие. Ну да, прячутся. Да как-то не особо. Прячутся. Ух ты. А! Вовремя ты ушел. Да. Вон они еще. Ага, наверху. И внизу еще живой. Я огнетушитель взорвал. Там еще кто-то был. Он светит. Ты где? Все, его накрыло. О, какая пушечка. Куда наверх? Брат, прямо по курсу, вверх по лестнице. А! Граната. Чисто. В смысле чисто? Прикольные ребята. Я тут всю работу сделал. Да у нас тут круче. У нас тут на крыше полная... Выходим на счет три. Неразбериха. Два, три. А! Гады. Классная пушка. Я ее люблю. О, с голографическим прицелом. Зараза, да чтоб вас... Скачивают, откуда не возьмись. Открывайте. Выходим на счет три. Раз, два, три! Кто был? Здрасте. Да, блин. Так, выходим на счет три. Раз, два, три. Хиган, блин. Круто он выскочил. Да, постоянно выскакивает. Главное, я же стрелять даже не могу нормально, когда он передо мной. В итоге еще это хватило за него. Да. Нормально. Взял меня, просто отпихнул. А ну-ка.
конфетку вам. Это хэш. Так, выходим на счет три. Раз, два, три. Ох, там сколько. Ах, что ж ты тут встал-то? Полный рост. Там кто на 12 часов? Вон он. Хватит через меня прыгать. Знаете, вам тоже что ли? Куда вы понеслись-то? Нет у них минуты, поэтому понеслись. Ау! Прячься! Как все плохо. Ребята, голову не высовывайте. Пошли. Ай-я-я-я! Дайте меня пострелять. Ау. Хаос такой. Это капец какой-то. Голливуд. Интересно, это я взрываю их, или это они сами взрываются? Кто там выпал? Да. Свои тут. Аксо даст новые инструкции. Пора домой, парни. Фух, пора домой.